Для ингушей башни – это все. Это состояние души, это добро, это благополучие, это история, это зов и память предков. Это то, что объединяет ингушей. Это то, что, к чему мы всегда стремимся, потому что нет ни одного ингуша, который бы не имел свой башенный комплекс. Человек получает дополнительную энергию. Лично я всегда приезжаю сюда, общаюсь с людьми, и те люди, которые сегодня живут вот в этом крае, мы им не просто помогаем, не просто решаем социальные проблемы. Мы понимаем, что это наше начало, это история. И нет будущего у любого народа, у любого человека, который не помнит своего прошлого.